Уже более 9 часов под Пятигорском не могут полностью ликвидировать пожар, который вспыхнул утром на рынке. Загорелись павильоны с автомаслами. Моментально все заволокло черным дымом. Сейчас открытого горения уже нет, но более 100 пожарных продолжают работать на месте. Трассу «Кавказ», которая проходит совсем рядом, пришлось частично перекрыть. Ирина Куксенкова продолжит. Клубы черного едкого дыма было видно со всех концов города за несколько километров. Пожар в торговых павильонах рынка начался утром в 9 часов и в считанные минуты охватил огромную площадь. Огонь распространялся с такой скоростью из-за краски и масел, которые хранились на рыночном складе. Тушить пожар на окраину Пятигорска съехались почти все городские силы МЧС. 30 пожарных машин и более 100 специалистов. Сегодня в предгорном районе Ставропольский край на 501 километре федеральной дороги «Кавказ» на окраине поселка Горячеводский в 9:10 поступило сообщение о пожаре в строительном магазине с автомаслами. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение полностью на всей площади 2400 квадратных метров. В 11 часов 14 минут пожар был локализован. Рынок 21 век – один из крупнейших в Пятигорске. Здесь торгуют стройматериалами, сантехникой, мебелью, автозапчастями. Ежедневно его посещают тысячи покупателей. Он расположен вдоль федеральной трассы «Кавказ». Сегодня движение по ней было ограничено. Сотрудники ГИБДД перекрыли участок дороги, чтобы машины не мешали пожарным расчетам тушить огонь. В течение 2 часов по главной дорожной артерии Северного Кавказа невозможно было проехать. Все машины отправляли в объезд по Степному переулку, Совхозной и Георгиевской улицам. Как только пожарным удалось локализовать открытое горение, началась проливка. Здание одноэтажное, около 6 метров в высоту, стены кирпичные. Еще в первые минуты пожара сотрудникам рынка удалось покинуть помещение. Всего эвакуированы около 50 человек. Никто не пострадал, но многие, кто наблюдал за пожаром, позже пожаловались на головную боль. Врачи скорой помощи объяснили, это результат того, что люди надышались едким дымом. Посмотри, дым какой идет. Рынок горит. Что стало причиной пожара, еще предстоит выяснить. Предварительно известно, что склад соответствовал всем противопожарным нормам. Но тушение осложняло плотность торговых рядов. Пятигорский рынок 21 век называют городом в городе. Владельцы соседних с выгоревшим павильоном лавок успели спасти товар. И хоть огонь распространялся стремительно, даже удалось отогнать припаркованные рядом машины. Пожару присвоили высший ранг сложности. Опасность была и в том, что в соседних павильонах хранились баллоны с газом. Но взрывов удалось избежать. Ирина Куксенкова, Дмитрий Матюшин и Сергей Прокофьев. Первый канал.